Ребята, с вами Юра 777, Даня и Ваня. Я не нуба! То у меня вообще все... Короче, раз, два, три. Он все пятинки заблал, стак целый. Да куда вы бежите? Уже время пошло. А может быть сделаем день? Хорошо, сейчас заново. Я не буду выключать запись. Я не выключаю, я говорю заново начнем сейчас. Давайте. Да вы зачем добываете? Раз, два, три. Блин, это запись дебильная. Нет, все. Да. А если заканчивать, я в PvP на руке выиграю. У нас просто была уже одна неудачная запись, где я его в первые 3 минуты рукой закрыл. Первые 2 минуты. Да, за первые 2 минуты. О, Вань, я сейчас палку сделаю. Я деревянный меч могу сделать. Я деревянный меч могу сделать. Чувак, у меня сейчас одна проблема просто небольшая. У меня 0 ресурсов, и за мной плывет умеющий спидранер. Это наоборот уже получается, за мной плывет спидранер, а я охотник. Сейчас, и тогда, смотрите, я сейчас делаю меч. И что на полке? Вань, тебе хочется рукой его бить? Да я не бью его рукой, потому что нет времени на развитие. Чувак, он сейчас убежит, а ты его не найдет. Да, конечно, я сделал кирку уже. Ты сделал кирку, зачем, простите, если сейчас он уплывает? Я тебе 2 сделал, и... Блин, я... Зачем мне бить? Даня, ты реально имеешь спидранить. Прикол, потому что на жизни никогда в Майнкрафт не играл. Я в первый раз играю. Вот сюда. Вот сюда. Слезьте. И тут сидите. Идите. Или вон. На тот диван. Идите. Спасибо, Даня. Вот на тот диван. Идите и сидите. Да. Где моя зарядка? Ма. Да? Где моя зарядка? Ваня, где моя зарядка? Я не знаю, где моя зарядка. Она тут лежала. Я лопатой драться буду. Вот у меня нет. Блин, у меня 2 хп. О, проклятая генерация Майнкрафта. Просто такой знак. С днем рождения тебя поздравляю и желаю тебе всей душой. Я здоровья тебе пожелаю и душевный семейный покой. А еще я тебе пожелаю каждый год приходящей цени. Бог поможет тебе, что желаешь, и здоровье свое береги, береги, береги. Понял? Спасибо. А теперь слезь его с ребятами тут сядь, а я тут на вас буду глядеть. Ваня, я пытаюсь лодку сделать. Так, зачем? Я хочу лодку. Туда, на солнце. Мне сам сказал лодку сделать. Они не говорят. Ну что, непонятно? Ну попросил же. Все. Че, все? Разогнала. Все, управлю. О, я все лодку сделал. Угу. Из лопаты и что там? Пяти досок. Да вы да. Если бы только вам это помогло. Не угадал, прикол. У меня столько дерева получилось. Юра, а тебе кто? Считаешь, как разрезание? Да. Еще, а? Да. Кто? Ребята и мама. Я еще на перемене. Я на перемене в школе, когда была еще. Я не понял. Я его потерял и кинул. Спидран помыть. А ты скинь координаты, ты обещал скидывать будешь. Я сейчас скину вам. Сказать. О, пацаны, давай координаты. А где я? А знаете, как вы можете... Смотри. И говори координаты. Не надо мне говорить, но слушай, Юр, скажи свои. Скажи свои просто координаты. Окей. Позиция какая? Мои координаты... Сейчас мне надо это... С тобой 2000 блоков, ты это понимаешь примерно? Что? Мы в здании в 2000 блоков от друг друга.
сделать операторами, чтобы вы друг к другу тупыхались? Да. Сейчас нет, сделаю, но вы сразу, стойте на месте. Хорошо. Да нет, нет. На месте стойте, ребят. Ой, я сказал. Юр, я сзади тебя. Стойте на месте. Я сзади Юры. Я тупо плыву по морю. Красава. Я нашел Юрика. Сейчас я к тебе. Я тут фиолетовый бутылки. Ты Юрика нашел? Да. Все, я его сделал. Сейчас я тут тёпничку тебе. Подожди. Я боюсь, что на лодке не буду. Так можно вдвоем, если на лодке. Ну вон он, Юра. Вон, он в шахту спустился. Здрасте. Он пошел на этот, как... Легко, чувак. А как... Легчайший, а да. Как ее сломать? Какую сейчас? Не надо ее ломать, беги быстрее. Я не могу. Какую шахту пошел? А, вон ту, в другую сторону. Я не уйду, развилка, пока вот... Тут развилка. Я знаю. Это фиаско. Туда. Чувак, Данил, это фиаско. Мы теряем, сейчас и не найдем. Я Юр, не Данил, скажи, Данил, идешь. Данил, скажи свои координаты. Вон, вот, да, вон туда пошел. Иди, да, вон туда, Ваня. Там, где я? Да. Я скрафчу на всякий случай палку. Ваня, на, меч. Давай. Так, нет, стой, подожди, я тебе все скину, вдруг у меня все потеряется. Ладно, забавно. Ну, чувак, запомни, я тоже не такой, что иди. Я знаю, но я дом. Ванек, только я тут один дрим, да? Все, побежал. Ваня, мне больше сюда. Ничего не нужно. Так, быстро. Я беру мяч. Все, побежали. Доставь верстак. Так. Вот сюда где я? Ставлю. Молодец. Я буду смотреть на море. Вдруг он плывет. Куда плывет? В море. На всякий случай на. Ко мне не подглядывай. На. А скинь? Да мне. Сейчас скину. Да скажи это. В чат либо скажи, чтобы не запомнил. Все, сейчас только... Никто не двигается, ребят. Только можно добывать что-то и все остальное. Сейчас никто не двигается. Юра скидывает нам координаты. Сейчас скажу. Не скажи, а скинь в чат, чтобы мы всегда знали. Николь. Ты не печь. А где лапы? Они там. Полностью, да? Да. Сейчас я скину. Он мне каменный. Не, ребят, давайте он мне меч каменный сделал. Тихо. Ребят, знаете, почему я дрим как раз-таки? Почему? Потому что я от Дани очень хорошо убежала. У меня координаты 220-63-443. Нет, подожди. У него очень далекие. Очень. И с тобой вообще... Это в Ваня, подожди. Я понял. Я бегу как раз к нему координаты. Я просто на лодке Ваня, поплыл. О, погнали, у меня лодка сохранилась, я ее все-таки сломал. Ваня, подожди, я плыву в его сторону. А, ну ладно, если ты не хочешь, я на лодке поплыву. Плыви, чувак, тут нет другого вообще. Там на лодке чуть не приплывешь. Я плыву от него. Я знаю, но на лодке быстрее все равно. Я знаю, чего. Может, ты садишь за руль? Я сейчас убежал тебя. Вы можете тпхаться. К тебе? Нет, ко мне нельзя. Давай ты. Блин, было бы такое, что каждые, типа, секунды... Я чуть не... Меня чуть не ударил в лобру. Это самое страшное, что могло бы Мне очень хорошо... Мне очень... А, я понял, кто это. Мне очень круто. Это просто такая рыба, которая шикарная. Это понимаю. А ты где? Я тут... О, тут такой песок ровный. Ребят, я заброшенный портал нашел. Смыль? В прямом. Пацаны, это все... Если он сейчас найдет ведро славы, это фиаско, реально. Он в ад. Хотя в аду будет его... А там, кстати, он полностью построен, только там плачущий обсидиан. Много. Вот это уже фиаско при фиаско. Так, нет. Ваня, ты можешь меня к себе? А то я тебя уже далеко очень потеряла тебя. Да я даже не знаю, где координаты были. Ты можешь меня к себе? Подожди, я пытаюсь найти координаты. Юра, ты можешь меня к
сейчас принесу. Не двигайтесь тогда пока что. Да я не двигаюсь. Я зато двигаюсь. О, все. Нет. О, все, Вань, привет. Я под водой. А Маша лодку возьмем? Давай лодку, я за нее сяду. Давай, где? Наверху. Где лодка? Вот она! Надо мной. А где ты, простите? У нас уже ночь тоже. Вот. Сейчас я сяду, подожди. Да вот вон, садись быстрее. Чё так не везёт-то? Садись. Чё так не везёт? Зажми, зайди. Всё, повезло. Есть! Всё? Нет. Так, давай быстрее. Я не могу, да куда ты попал? У нас времени ноль. Да, кстати, Дань, у вас времени ноль, потому что я могу развиваться. Да, реально. А потом придёт, нас просто убьёт. Да я мечи на себя щучу взял. Чувак, у него может быть... Мы сейчас придем, у него алмазы. А мечи там алмазы! Там зомби алмазные. Я повернулся боком, и я, если что, убью, буду убивать моба. Чувак, не надо поворачиваться боком. Я просто... Я могу... Если бы у меня были ботинки на ледоход, когда ты в лодке, они тоже подберут воду, в лед ее делать. Я бы мог бы сейчас... Просто, во-первых, бегать по воде, на лодке, как гигант просто плыть. А, там крипер! Я даже не знаю, где ты крипер? А я вам сказал. Да, ну ты с ним тоже убежал. Я каждую... Я только каждые 10 минут, а я только 11 минут. Я сказал вам первые координаты, все. Больше 10 минут я не говорю вам координаты. Там крипер снова. Чувак, понимаешь, это невозможно из-за задания. Реально. Давай, все, пойдем. Почему? Ладно, скажу вам координаты. Ладно, пока. Пацаны! Пацаны! Тут два скелета! Меня продамажили, ладно. Ваня! Ребят, вы понимаете? Мы сейчас на хардкоре играем. Ваня, я за тебя отомщу! Уровень! Иди сюда, Павлу! Мы проиграли. Почему? Нет. Эх, Даня, Даня. Спасибо, что вел паука за нас. Есть, я умер, я охотник был. Я тебя перенес, Вань. Спасибо. Еще не проигрыш. Нельзя умирать охотником. Ребята. Ваня, Юр, можешь деньги включить? Вообще ничего не надо. Вы сами можете включить как бы. А я не умею как. Ваня включит пусть. Сейчас, ты сейчас занят? Мобов 10 гонится. Ваня, я сейчас подплыву. Я, кстати, убил паука. Молодец, ну зачем ты убивался на кофе забрать? Я быстренько вырубаю. Ребят, вы понимаете, я просто могу сейчас от монстров умереть. Да, пацаны, это реально. Если он умрет, он... самое главное, если он поел в Незер. Здравствуй, мистер Скелет. Мадила. Ах ты, блин, мадила. Ах ты, ковбой, ё-моё, а не мадила. Реально. Ваня, я вижу тебя, я сейчас мадила, тебе. Мадила. Скелет, Ваня, я к тебе. Скелет, тире, мадила. Зомби? Без кледа. Ну что, он мазила? Попади в зомби. Не... Он убил зомбика! Скелет убил зомбика, он мне помог. Давай. На. Блин. Меня Даня убил. Спасибо. Ты... Зато у нас стрелы теперь есть. Вань, ты пехайся. И паутина. Я все забрал. Я тебе дам твой меч. Да не нужно. Понимаешь, это спидран, надо убить Юру, а не заниматься фигней, как ты. Я для тебя потерял. Сразу поможем. Не подсматривать нельзя. Я кое-кого потерял как под именем Юру и за кое-кого под названием Даниил, Даня. Ну, Даня просто, Даниил. Даниил. Не Даниил, Даниил. А, тут на меня кальмары зеленые стукают, пшикают. Тише, кальмары. Чувак, если что, спрут, кто? Ой. Это не кальмары, чувак. Это светящиеся спруты в новом обновлении 1.17. А для чего их выпадает? Из них выпадает светящийся чернильный мышок. Ты ставишь табличку, пишешь на ней любой текст. Тыкаешь по ним вот этими чернилами светящимися, и этот текст начинает светиться. Серьезно? Да, Юра, а, тогда я их... И можно потом тыкнуть красителем, чтобы... Да, я буду их... А я сам про это не знала, если честно. Чувак. О, у меня получилось
добыть эту штуку. У меня две штуки. Зачем она? Она мне нужна, да. Да. Ура! Это очень. Видео снимаешь? Да. У меня уже 15 минут удалится. Не, мне кажется, мы его не убьем сегодня из-за Даника. Вот реально, у меня отлёт. Ты это можешь не... Я могу просто быть, а ты можешь просто это... Юр, вот это хитрец. Говорил, сейчас скажу тебе вам еще раз координаты. Тем временем Юра не сказал. Ты понимаешь. А мы погуляем? Да ну, сейчас допишем ролик. Мне кажется, это все... Ребят, если я сейчас еще раз умру от чего-то, да? Блин! Мне кажется, это фиаско. За мной моб какой-нибудь гонится. Из одежды... Какой же мне? Это звуки шахты. Чувак, не пугайся, это еще в 1.14. Ребята! Считайте, вам не повезло, у меня уже 2 ведра есть. Уже это, кстати, железная есть кирка. Блин, я сейчас умру сейчас. Нельзя. А, тут куры! Еще эти... Блин! Юра! Ты не поверишь, за мной гонится курица Джек. Серьезно? Бежим! Все, я заканчиваю ролик, ребят, я сдох уже 3-й раз. Ребят, я взял все мои вещи, те старые. Я все вещи свои старые взял. Блин. Может, ребят, реально закончить ролик, это уже нереально невозможно. Не, это возможно. Да, нет. Юр, я сейчас открою тебя. Просто скажи тебе коллеги. Я добыл сейчас, железо. Сейчас скажу. 241. Тихо. 241, 46, 43. 241. Тихо. 241, 46, 43. Ты очень далеко. Нет, пацаны, да, но это фаска. Я нормально. Я когда. Дань, Ваня, ты пыхнись к Дане. Я 200 тысяч чем-то. Ой, ты можешь шахту сейчас. Я железо пока добуду. Вот хотя бы Даня чем-то полезен, да, Вань, да? Да, хоть чем-то. Если бы я был один, я и то легче справился, чем с этим Даней. Если бы он еще сам умел телепортироваться. Я думал, ты меня убиваешь. Нет, тут зомби. У меня 2 семьи. Блин. Вань, ты успел допыхнуться? Нет, прям в миллисекунду. Даня, ты мог убегать от зомбака? Да я и так убегал, прикол. А как тогда он тебя убил, если можно было? Я рядом со сломом. Маленькая... Ты ее сломал, что ли? Что? Маленькая кракозябра. Ваня, телепортируйся ко мне, я покажу, где ты. Ты на начале, ты на спавне. Я знаю. Пещера на спавне была, кстати. Ребята, я в другой пещере. Ребята, я очень глубоко в пещере. Ты в моей пещере? Аксолотль желтый. Это не редкий. Да. Это не редкий. Он в моей пещере. Это не редкий чувак. Прикол, ты в моей пещере, где я был сейчас. Ты не редкий. Это не редкий аксолотль. Самый редкий это синий или фиолетовый, как он называется. Тихо. Я слаймы слышу. Ты походу нашел либо вот этот биом, в котором... Даня, зачем ты покинул игру? Я даже не знаю. Ты реально, тоже покинул? У нас участник просто мобосяры. Ну, не, надеюсь, он научится играть. И в будущем будет круче, чем он. Ладно. Ребята, на этом я закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!